Ну вот на этот блок, который я сделала, я буду пересаживать вот эту целлогинку, которая осталась, как говорится, она была из двух кусочков. Этот кусочек у меня не выжил. А вот здесь вот очень достаточно хорошая деляночка, ну не деляночка, кусочек. Здесь и корешочки вот достаточно жирненькие такие. Вот, я думаю, что она пойдет. Это все, что осталось от той деляночки, которую привозили нам с Индонезии. Да, вот я достала кусочек, который, как говорится, не выжил. Но он совсем мертвый. Тут ничего не осталось, к сожалению. Ну, вот такие бывают у нас печальные результаты. Но зато вот здесь вот идут корешочки достаточно хорошо. Вот, то есть вот корешочек, он присосался даже вот к этой части, вот к этой части мха лесного, причем вот. Вот я сейчас ее буду снимать и смотреть, что у нее из корешочков. Вот здесь корешочки видно, прямо идут свеженькие корешочки. Ну, вот как раз деляночка. Я ее достала. И корешочки здесь есть. Вот это вот живой кусочек. Я его так вот и буду на этот блочок. Вот. Я его хочу вот на этот блочок и посадить. Думаю, что ей здесь понравится. Ну вот, в принципе, готов блок. Вот такой блочок получился. Ой, никак не примостриться, чтобы вам показать. Вот такой блочок. Даже здесь есть. Сейчас поставлю и покажу вам. Вот здесь есть даже почечка. Видите, что, может быть, отсюда тоже пойдет молодой ростик. Вот такая вот хреновина. Куколка получилась, да.